Здравствуйте, дамы и господа! Рад приветствовать вас на сегодняшней встрече. Итак, сейчас для вас я покажу новую презентацию. О компании SkyWorld Community. Компания, которая сейчас помогает развиваться прорывным инновационным экологическим технологиям. Компания, которая в данный момент предоставляет возможность участия в международных планетарных проектах. Хотя, если перевести на обычный язык, то дарует работу абсолютно в любом уголке планеты созидательной деятельностью. И сегодня мы услышим здесь о транспорте, об инновационном транспорте, который на данный момент набирает уже в разных уголках планеты огромные обороты. И весь наш проект уже подходит к последнему, 15-му этапу. Мы сейчас на 14-м этапе развития по, так скажем, системе, которую можно назвать как краудинвестинг, народное финансирование. И сегодня будет немножко новостей, потому что были очень хорошие встречи с нашими руководителями, лидерами, нашим генеральным конструктором, который все это создал. И сегодня у меня для вас действительно очень хорошие новости, потому что мы в скором времени заканчиваем 14-й этап. Но пойдем по порядку. Меня зовут Артем Курбанов. Я из города Даугавпилса, из Латвии. И всю жизнь я старался делать мир лучше. И однажды узнал о том, что есть такие, так скажем, собрания через интернет, когда люди объединяются, собираются вместе для того, чтобы создать какую-то услугу или продукт, какую-то новую технологию, которая очень нужна будет всей планете. И я узнал, что такой краудинвестинг, народное финансирование уже десяток лет набирает обороты, и люди сами, без крупных государств и корпораций, создают действительно уникальные, всем необходимые, народу необходимые вещи. В итоге, начав изучать, я нашел самый грандиозный, самый актуальный и лучший проект. Конечно же, это не все мои интересы, но развивать и уделять время я решил именно ему, потому что он больше всего меняет планету и дает закрывающую экологическую технологию. То есть технологии, которые человеку освобождают время, при этом дают очень много пользы. Мы сейчас в 21 веке уже дошли до этого, и как можно больше закрывающих технологий хочется видеть в нашем мире. Самый главный ресурс человека – это время. И, конечно же, я бы хотел сэкономить ваше время. Поэтому посмотрите, пожалуйста, откликается ли вам хотя бы один из этих побуждающих факторов. Также, прочитав эти побуждающие факторы, вы поймете, может быть, кому-то из ваших близких, знакомых будут полезны информация, которая может принести им данная встреча. Встреч у нас будет много, их проходит на разных, на десятках языках, в разных странах, много, очень-очень много в месяц, потому что сейчас уже около 500 тысяч человек поддерживают и развивают данный проект. Поэтому, дамы и господа, если хотя бы один из этих факторов вам откликается, то вы точно проведете время не зря и найдете способ, как использовать данную информацию для улучшения своей жизни. Если это будет не очевидно, то пишите, пожалуйста, мне в конце презентации, я оставлю свою почту корпоративную, и мы сможем с вами это обсудить. Ну что, продолжим? Для тех, кто не сможет сегодня прослушать полностью, либо для тех, кто хочет пригласить своих друзей. Это действительно фантастическая возможность для каждого человека. И для каждого человека участие во всей планете, в развитии всей планеты. Так что, пожалуйста, приглашайте своих друзей, знакомых, единомышленников для того, чтобы услышать действительно актуальную информацию в 21 веке, не в зависимости от того, какие волнения сейчас происходят и в технологическом, и в социальном, и в экономическом плане. Но мы вернемся к нашему миру. И, конечно же, первым делом я бы хотел объяснить, зачем вообще это вам, почему это так важно. Я, например, 4 года, узнав о том, что это за проект, 4 года максимальное количество времени лью сюда. Почему? Потому что это действительно настолько важно, и это касается каждого. И вначале я попытаюсь объяснить, аргументировать, почему это действительно касается каждого, почему это важно для каждого. Нас почти 8 миллиардов человек.
И мы все очень влияем на нашу планету. Мы самый влиятельный вид, хотя мы всего лишь один из 12 миллионов видов на нашей планете. И мы живем уже на всей суше, где только можно. Тем не менее, развитие не стоит на месте, и мы продолжаем развиваться. Количество людей продолжает расти. Наши города уже развились до потрясающих размеров. Но наша техногенная сфера также в этих городах несет огромный вред биосфере, живому, частью чего мы являемся. Мы часть биосферы, мы живые существа, так же, как и все остальное. И главное наше развитие – это, конечно, наш интеллект и транспорт, который помог нам расселиться по всей планете, помог нам доставлять продукты. Сначала мы, конечно же, использовали транспорт для перевозки грузов, для бартера, а потом уже для перевозки пассажиров. И в данный момент, например, вот самый давний вид транспорта, морской транспорт, он действительно сделал огромные, открыл огромные возможности. То есть он связал все континенты вместе, наладил торговлю, обмен искусством. Но это, он существует до сих пор, потому что огромная часть нашей планеты – это вода. Но он уже сильно устарел. Он не дает тех скоростей, которые необходимы человеку, человечеству 21 века. Есть, конечно, и другие варианты. Например, аэропорты. Так скажем, можно сейчас зайти на Flightradar24. Это такой сайт, где показывают очень-очень много полетов, самолетов. Можно прям смотреть, где твой рейс. Или когда к вам летят близкие или друзья, любимые, вы можете посмотреть, как их самолет по какой траектории добирается до вас и где он находится. Но, к сожалению, данный вид транспорта, он очень неэкономичен. Он очень растратен. Плюс огромное влияние на экологию, потому что мы сжигаем огромное количество топлива. И представьте, это то, что красные точечки перед вами, это аэропорты. Умножьте на 10, а то и на 30 эти точки, и это количество самолетов, которые постоянно летают. Это огромное влияние. Мы даже представить себе не можем, насколько сильно мы влияем. Но пойдем дальше, потому что это не самый эффективный вид транспорта. Очень много времени мы тратим на, так скажем, воротах, гейты, чтобы сдать свой багаж, ожидание, добор до аэропорта и назад. Это очень много времени. То есть он не самый эффективный и очень дорогой. Хоть как бы и быстро, но мы все равно теряем очень много времени до и после самого полета. Если вернуться на первый уровень, есть железная дорога, которая уже много, передвигайся, не хочу, что называется. Но средняя скорость железнодорожного транспорта 15 км в час с учетом погрузки и разгрузки. И это действительная цифра. Поэтому данный вид транспорта, он 200 лет поднимал весь мир, но сейчас все модернизации, которые делаются, да, увеличились огромные, так скажем, скорости железнодорожного транспорта, инновации, скоростные поезда, но это также растратно, огромное влияние при постройке и эксплуатации на нашу живую планету, на дом, в котором мы живем. Просто представьте нашу планету как общий дом, где нет перегородок. То есть он общий дом для семьи из 8 миллиардов человек. И еще 12 миллионов видов. Это нас только 8 миллиардов. И еще сколько. Поэтому нам необходимо понимать, что все наша жизнь, наше использование нашей планеты, она будет влиять на качество нашей жизни. И теперь мы подошли как раз к автотранспорту, который больше всего влияет. Он дает нам действительно огромную пользу, но он действительно фантастически вредоносен для нашей экосистемы. Также он очень опасен. Это один из самых опасных видов транспорта. Да, мы можем добраться во многие места, но прокладка хорошей дороги, к сожалению, это очень-очень дорого, очень долго, и постоянная эксплуатация, постоянные расходы на ремонт ее. То есть 30, 40, 50 миллионов за километр плюс постоянные эксплуатационные расходы. Сейчас, при том, что есть новые технологии, это просто нерентабельно, это неразумно и неактуально, потому что есть уже просертифицированный транспорт. И я говорю о той технологии, которую сегодня вы услышите, дамы и господа. Но вернемся к нашим городам. Ведь мы в них живем, урбанизация. Все съезжаются в города, чтобы быстро делать свои дела. Быстро находиться в эпицентре развития мира. Но какие наши города? Посмотрите, пожалуйста, разве это похоже на место для жизни людей?
Это похоже больше на микросхему, на какое-то место для жизни информации, либо роботов. К сожалению, города сейчас такие, там слишком мало биосферы. Хотя нам жизненно необходимо находиться рядом с живой землей, ходить босиком по живой земле, быть рядом с растениями, с деревьями. Все есть вибрация, я думаю, что это для каждого не секрет. И мы резонируем с тем, что вокруг нас. В городе, к сожалению, для нас очень мало зелени, ну совсем мало. И очень много техногенной вибрации, структурной, ступенчатой. И она очень сильно на нас влияет. Мы сейчас видим, что города начинают делать немножко иначе, но, используя транспорт первого уровня, то есть устоявшиеся виды, мы также все равно будем жить в посредственном воздухе вокруг. Мы, наши дети, наши близкие. И это, опять же, опасный транспорт и занимающий очень много поверхности нашей планеты. Потому что наши города перестают справляться. Если мы рассматриваем ее только в горизонте, что можно эти дороги делать именно на поверхности Земли. Она ограничена. И эта технология более, после 8 миллиардов, уже перестала быть, точнее, перестает быть полезной и начинает слишком много вредоносных негативных факторов иметь. И это необходимо менять. Потому что только взгляните, 40 полос, которые идут на сужение. Это Китай, либо Индонезия, Индия. То есть транспорты первого уровня не справляются. И это касается абсолютно каждого из нас. Потому что мы видим это, мы стоим в этих пробках, мы дышим этим воздухом. Кто-то меньше, кто-то больше. Но это касается нас и будущих поколений, потому что сейчас время перестраивать это. Посмотрите на наши города. Мы видим это даже уже не в миллионниках, а в обычных городах. Когда центры перегружены, и они стоят, даже в городе со 100 тысячами населения уже есть пробки. Поэтому это действительно касается каждого, в каждом городе. Но то, что занимает пространство, это не самое страшное. Мы съезжаемся в города, урбанизация такая происходит, потому что нам быстро добираться с одного места до другого. Можно разносторонне развиваться, делать разные дела в более ограниченном пространстве. И как развивались города? Они же развивались от скорости транспорта. То есть если повозка, то города были по километру-два. Когда дальше начали, ну, так скажем, транспорт стал скоростнее, скорость стала больше. Города начали расширяться до 5-10 километров, 15 километров. То есть скорость транспорта дала возможность, как нам удобно жить в этом городе. И сейчас живого места нету в городах. А мы продолжаем съезжаться. Из провинции люди продолжают съезжаться в город именно из-за того, что там немножко больше возможностей. Хотя если бы скорость была высокая, междугороднего транспорта, то урбанизация такая бы, не было бы надобности в ней. И заодно стало бы гораздо дешевле и жить, каждый квадратный метр, продукты в наших магазинах. То есть на все влияет цена того, что, скажем, квадратный метр магазина или квартиры стоит очень дорого, потому что на него большой спрос. Много людей хотят жить в этом городе. Но такая ли жизнь в этом городе? Хочется ли выходить с утра? Да, город много возможностей, но с утра видишь соседа. Мало зелени, нечем дышать, бетонные джунгли. К сожалению, города перестали строить для людей, их стали строить для машин, а пешеходов выносят куда угодно. И это делает транспорт первого уровня. К сожалению, города не справляются, а артерии эти, они необходимы, они жизненно важны. Поэтому бывают даже вот такие решения. Представьте, первых 4 этажа люди никогда больше не увидят прямого солнечного света. Насколько это приемлемо для жизни. Но, тем не менее, это необходимо городу. И эти пути, транспортные змеи, которые перерезают, так скажем, всю нашу фауну, наш живой биологический мир, они по всей планете, абсолютно по всей планете. Люди делают изменения, пытаются, но в общем целом, вот Лос-Анджелес, например, 20 миллионов машин, 20 миллионов человек внутри города. Они либо занимают место, когда стоят, либо едут. Я был и в одной, и в другой из этих линий, белый и красный, действительно часы можно потратить. В среднем по Калифорнии до 380 часов человек может потратить в год, стоя в пробках. То есть данный транспорт
может нам помогать, но ему нужна помощь самому, нужен какой-то другой вид транспорта на другом уровне. Конечно же, скорее всего, не подземный, потому что слишком большие затраты на земляные работы. И мы выносим уже дороги и на второй уровень, и на крыши, но какова эксплуатация, как это дорого. И это же совсем ненадолго, потому что быстрое разрушение, такие нагрузки, такие тяжелые транспортные средства, и сама дорога тоже тяжелая. Ну и, конечно же, жизнь в этих зданиях неприемлема. Поэтому это необходимо остановить. Вы понимаете, куда это идет? Транспорты, которые уже существуют на данный момент, новые технологии, они гораздо перспективнее, гораздо эффективнее по всем характеристикам, чем существующие, которые в традиционном виде мы представляем как транспорт. Может быть абсолютно по-другому и по всей планете. Система и сеть Transnet. Но перед тем, как мы предложим насчет наших дорог, я бы хотел сказать пару слов о логистике. Немаловажные вещи. Потому что, посмотрите, 200 человек в 177 машинах занимают очень много места. Потому что само транспортное средство занимает много места. И представьте, они потом паркуют свои транспортные средства. И в наших городах, где могли, если бы была экология, могли расти плодовые деревья, больше газоны, фонтаны, больше места для жизни, что-то ближе, больше деревьев, больше кустарников, цветов. То есть то, что делает наше тело более здоровым, более долго живущим. Все это место, оно занято. Оно занято машинами, просто стоящими. Но если мы убираем машины, то 200 человек, они занимают на самом деле не так много места. И тут стоит подумать. Мы можем посадить их в 3 автобуса. Электроавтобусы, например, сейчас в Европе очень хорошо работают. Посмотрите, насколько, то есть раз в 10, если не больше, места стало больше на дороге. И люди... Да, с хорошей логистикой доберутся до нужных мест, с хорошими маршрутами. То есть, скажем, 3 разных маршрута, и все, люди уже на месте. И либо один легкий поезд, тоже с хорошей логистикой по городу. Но это одна сторона. То есть от логистики зависит очень многое. И сейчас новое строение городов и новые виды транспорта, логистика абсолютно другая. Очень гибкая, потому что можно выстраивать транспорт, если они не на первом уровне, над домами. Над домами, над перекрестками, над реками, над озерами. Это уже готово, это уже эксплуатируется, демонстрируется и сертифицируется. Также хотел бы сказать, что есть и другая сторона логистики. Все в зависимости от городов и их потребностей. Маленькие, так скажем, подвижные составы, может быть, 2, 4, 6, 8, 12, 18 мест, они двигаются как полуандроиды самостоятельно, то есть как закрывающие технологии. Вы выбираете, куда вам необходимо, и едете. То есть вы на своем смартфоне приходите на станцию, и набираете там вашу остановку и ждете. Уже в течение нескольких минут, а то и меньше минуты, потому что это автоматизация, приезжает транспортное средство с вашей остановкой, вы это получаете, вы видите это на табло, и вы с теми людьми, которым нужно на ту же остановку, садитесь в это транспортное средство. И со скоростью внутри города до 150 км в час, либо междугородней до 500 км в час, вы без остановок едете как раз на именно вашу остановку. И, то есть пропуская все остальные остановки, торможения, разгоны, максимальная эффективность. И это под каждый город можно, так скажем, своей вместимостью справиться и с каждой разной трассой. То есть логистика очень важна. И у нашего генерального конструктора, который создает разные экологические технологии, одна из них, самая, можно сказать, актуальная и простая, это струнный транспорт, он полностью это в комплексе видит, разрабатывает и знает, как это применить. Даже в помощь нашим городам сейчас, которые загружены. Потому что нужно чуть-чуть места, как вот островок безопасности между путями автотранспорта в одну и в другую сторону. Маленькое место для того, чтобы поставить такую струнную транспортную систему. И огромное количество нагрузки с улицы просто заберется. С минимальной затратой места в нашем прекрасном городе. В нашем любимом городе, где мы хотели жить и быстро перемещаться. Есть страны, в которых вообще нету, так скажем, культуры автотранспорта как таковой, потому что перенаселение и возможность позволить себе дорогостоящий транспорт не у каждого есть, не у каждой страны.
Поэтому люди справляются так, как они только могут, рискуя безопасностью, потому что передвигаться по планете необходимо. Либо это учеба, работа. Это слишком важно, передвижение. Не у всех есть все в регионе. Поэтому даже такие страны будут с удовольствием строить транспорт, который и они способны построить. А технология, которую вы сегодня услышите, занимает минимально ресурсов планеты и будет максимально быстро по минимальным ценам распространяться по всем странам. То есть даже страны с низкой экономикой смогут позволить себе струнные транспортные системы, потому что у Юницкого есть главная вещь. Это не бизнес в первую очередь, это виды изменения нашего использования мира и нашего развития, передвижения. Это очень важная вещь для всего человечества, и ее необходимо вынести в порядок экологичное. Это сейчас есть, и это, так скажем, успешно реализуется, потому что спрос огромный, это действительно необходимо, потому что развиваться дальше автотранспортом самым используемым нельзя. Он забирает 1,5 миллиона жизней в год, и еще около 10 миллионов делает инвалидами. Автотранспорт – это больше, чем во всех происшествиях, которые происходят на планете. Автотранспорт. То есть первый уровень, который должен принадлежать флоре, фауне и человеку, принадлежит сейчас машинам. Но это перевозка пассажиров, также и перевозка грузов. От этого же огромная часть загруженности наших транспортных путей, потому что потребительское общество настроено: потребляй, покупай, покупай, еще, еще. Пусть быстрее ломается, покупаем еще. В таком мире сейчас он перестраивается уже сейчас, но это все равно займет время. И сейчас нам еще необходимо эффективные передвижения. К сожалению, мы платим за эти простои, мы платим за это время, за эти площади, для того, чтобы для нас доставили товар. Это все входит в стоимость. Поэтому и цены такие большие. Если бы транспорт был более эффективен, доставка грузов была более эффективна, эти технологии у нас есть, то и цена бы стоила меньше гораздо. Так же, как есть и технологии по порту, по портам. Как делать порты в шельфе моря. То есть, чтобы не изменять ландшафт берега, не выкапывать глубину для того, чтобы заходили транспортные средства, а можно сделать это немножко там, где уже, естественно, есть хорошая глубина, и доставлять автоматически заказы на сушу. Потому что, например, такое происшествие могло повлиять, один корабль мог повлиять на весь мир и действительно повлиять на экономику, потому что миллиарды долларов из-за того, что один корабль в Суэцком канале сел на мель. Но это выглядит, конечно, очень мощно, особенно если приблизиться, потому что корабли огромнейшие. Но грузоперевозка, вся грузоперевозка может быть взята нашей транспортной технологией, так же, как и пассажироперевозка. И первых две проблемы, которые касаются каждого, дамы и господа, это перегрузка транспортных путей. Она влияет в каждом городе на нас. И отсутствие безопасности. Потому что в общем целом и флора, и фауна, и мы, люди как вид, и другие виды живых существ, мы все страдаем от неэффективного уже и очень вредоносного транспорта. Слава богу, решения есть, и они успешно реализуются. Уже 14 из 15, это уже за 90% мы сделали нашего проекта. За 90%, дамы и господа. Но мы продолжаем, об этом чуть попозже. Человек строит дороги повсюду, потому что нам необходимо расселение, нам необходимы новые ресурсы нашей планеты для развития. И наша планета живая, и она заносит бархамами, ломает, заносит льдом. Человек все равно продолжает двигаться. Мы находим способы, как обуздать, не то что обуздать природу, подстроиться к природе, использовать ее живые свойства. И не замечаем то, что происходит с нашей природой, последствия нашей природы, как страдает и флора, и фауна. И при этом, из-за того, что мы не замечаем это, мы не замечаем, как на нас влияет вся наша техногенная сфера. Потому что мы живем в не самом чистом воздухе. Скажем, когда к Лос-Анджелесу подъезжаешь где-то за несколько километров, ты видишь над городом полукилометровый слой, такой смог, такой дым,
который точно не напарило, а вот прям из машин, из заводов. Явно сдалека ты понимаешь, что не хочется въезжать в город, потому что там нечем дышать, там нет ничего полезного. И нам сейчас предоставлена возможность с помощью интернета, с помощью краудфандинга, народного финансирования, мы можем развивать сотни экологических проектов. Я просто выбрал самый актуальный, самый долгоиграющий, так скажем, у него направление на сотни лет вперед. И это действительно выход. Я пока ничего инновационней не видел того, что предлагает Анатолий Эдуардович Юницкий, генеральный конструктор нашей технологии. И он делает все, чтобы у нас не было такого неба над головой, и чтобы у наших детей не было такого неба над головой. Можно, конечно, сказать, что мы делаем уже достаточно экологических изменений, но, к сожалению, даже электрокары, они откуда используют электричество, откуда берут? В 9 из 10 случаев это будет неразумный способ добычи электроэнергии, она будет нечистая. И геотермальная энергия, солнечная энергия, ветряная энергия и другие виды, потому что у Юницкого есть потрясающий вид энергии, как можно с помощью сланцев, которые есть у нас в земле, так скажем, продукт разложения и переваривания нашей планеты органических веществ за миллионы лет, с помощью других органических веществ может выделять огромное количество электроэнергии. И это экологический способ. То есть он никому не будет вредить. И этого хватит на более чем 10 миллиардов человек, на более чем 10 тысяч лет. То есть есть возможности, и сейчас они прорываются, эра нефти уходит. Просто этому необходимо помогать, потому, если мы хотим видеть улучшения в нашем мире быстрее. Очень хорошую картинку нашел. Если вы хотите, будьте тем изменением, которое вы хотите увидеть в мире. Be the change, what you want to see in the world. Поэтому, дамы и господа, это касается каждого. Мы находимся по центру комнаты. С одной стороны, атомные электростанции отравляют воздух и землю еще на долгие столетия. С другой стороны, наши фабрики дымят, перерабатывают. С третьей стороны, мусора очень много, потому что неразумное. С этим всем можно бороться с учетом единомышленников, которые заинтересованы в этом и продвигают технологии во все эти стороны. С четвертой стороны, у нас огромное количество автомобилей, которые убивают нас и делают инвалидами. Каждый год огромное количество. А мы находимся по центру этой закрытой комнаты, нашей биосферы, в нашем доме планеты Земля, и пытаемся выжить. Это дело каждого. И каждый сейчас, слава богу, может повлиять на то, что происходит в нашем мире с помощью народного финансирования. Третья проблема, дамы и господа, которая касается каждого, это загрязнение окружающей среды. Мы получили эту планету не в наследство от наших родителей, мы взяли ее взаймы от наших детей. То, как мы будем использовать нашу планету, покажет уровень и качество жизни, качество здоровья наших будущих поколений. Поэтому это касается каждого. Стоит лишь на шаг отойти от своей жизни и увидеть себя как одного из хозяина этого дома, этой планеты, этого прекрасного мира, в котором живут так много прекрасных существ. От нас зависит, что с ним будет происходить, что сейчас, так скажем, люди сделают, ад или рай на этой планете. Ну и, конечно же, разумное использование каждой технологии. Работая на чистой энергии, чистой энергии эквивалентно топливу, мы в 15 раз потратим меньше топлива, чем если будем использовать автомобили. Потому что экономия, разумная экономия, как добиться максимальных результатов с минимальными потерями. Именно таким способом Анатолий Эдуардович и сделал нашу технологию. Сделал транспорт с самой лучшей аэродинамикой. То есть это под стать самолетом. А теперь, как он это сделал и почему это настолько здорово? Посмотрите, автотранспорт едет по первому уровню. Он едет по сплошному полотну, и он врезается в воздух. Так скажем, когда мы передвигаемся из точки А в точку Б, больше всего энергии уходит на разрушение
и сопротивление окружающей среды. Так вот, когда транспорт движется со скоростью 60 км в час, он 30% энергии тратит на разрушение и сопротивление окружающей среды. 30%. А при скорости 300 км в час 90% всей энергии, которую выдает двигатель внутреннего сгорания, тратится на сопротивление и разрушение окружающей среды. Это очень много. И этот показатель можно уменьшить. Получится меньше нужен мотор, меньше топлива, больше скорость. То есть разумней. В итоге транспорт, сталкиваясь с воздухом при передвижении, теряет энергию. Снизу получается экранный эффект. Тот воздух, который попадает снизу, тоже притормаживает нашу машину. И сзади турбулентность. То есть из-за не самой лучшей аэродинамики транспортное средство, вот оно передвигается, было секунду назад здесь, переместилось сюда. Здесь, там, где нас уже нет, разряженный слегка воздух, мы оттуда переместились, и воздух туда со всех сторон идет. И поэтому машину нашу тоже слегка засасывает назад. То есть на этом всем мы теряем энергию, теряем топливо, теряем эффективность. Что сделал Анатолий Эдуардович? Он поместил транспорт на второй уровень. То есть можно перемещаться в любых направлениях, никому не мешая. Далее он разделил полотно. Это два параллельных рельса для бирельсового транспорта. Также есть подвесной и навесной. И здесь получается идеальная аэродинамика. Он как горячий, этот транспорт, юнилет, юнифлэш так называемый, как горячий нож масла разрезает воздух, он проходит с каждой стороны и снизу, тратя минимальной энергии. Экранного эффекта нету, потому что воздух свободно проходит под ним. И сзади такое же сужение, которое не дает большой потери скорости, то есть турбулентность минимальная. В итоге коэффициент аэродинамического сопротивления в 16,5 раз выше, чем у Bugatti Veyron, одной из самых быстрых, спорткаров, таких именитых и одной из самых дорогих. То есть в 16,5 раз выше коэффициент. Так же, как и передвижение, плавность входа в десятки раз выше, чем у S-класса автомобилей, потому что стальное колесо по стальному рельсу может идти действительно с очень высокой плавностью хода. То есть экономия и разумность здесь подчеркнуты очень сильно. Несколько десятилетий наш генеральный конструктор доводил данные технологии до ума, и это продолжается, ведь наш штат растет, и эти все вещи прорабатываются и постоянно улучшаются. Для сравнения, всем, кто возит машину, будет понятно. То есть микроавтобус 14 человек или какой-то автобус 100 километров проезжает со скоростью 100 километров в час и тратит чуть больше 1,5 литра топлива. Ну ладно, следующее. Не 5 человек, как в машине, а 6 человек, то есть на один больше. Полезная нагрузка. Не один багажник, а два огромных багажника спереди и сзади транспортного средства. Передвигаются 100 километров и тратят всего 5,5 литров топлива. То есть вы скажете, на 100 километров 5,5 литров топлива, не 5, а 6 человек и два багажа, неплохо. Только это абсолютно безопасно, экологически чисто и со скоростью 500 километров в час. То есть представьте, Рига-Даугавпилс полчаса. Или там Москва-Минск за 1,5 часа. Но это ж фантастические скорости из полной экологии. При том, что Анатолий Эдуардович утверждает, что струнный транспорт второго уровня, где нет перекрестков, где супербезопасность продумана, более чем в 2000 раз безопаснее, чем автотранспорт первого уровня, который самый опасный вид транспорта. То есть большой расход энергии у транспортных средств, их тоже можно изменить. И их мы уже изменили. Показываем фантастические показатели в аэротрубе при продувке. Сейчас уже данные транспортные средства демонстрируются и испытываются на наших полигонах. Поэтому большой расход энергии – это одна из вещей, как мы можем то же количество ресурсов растянуть не на год, а на два, либо не использовать и уделить их в другое место. Если меньше спрос на него, он дешевле стоит. То есть мы улучшаем экономику всеми способами, улучшаем технологию всеми способами, экологическое положение всеми способами. И это все всего лишь одна самая простая технология гениального ученого, которая уже почти реализовалась в нашем мире. Последних 200 лет были изменения, были небольшие инновации, но в общем целом это все модернизации, то есть они изменились чуть-чуть. Эти две дороги,
построили эту 150 лет назад, эту предположительно в прошлом десятилетии. Но в этих трассах ничего практически не изменилось. Такое же количество ресурсов потрачено, такое количество времени, средств потрачено, и такие же тяжелые подвижные составы. Составы с не очень большими характеристиками. То есть изменения, которые идут, они не ключевые. Когда мы были на Инотрансе 2018, крупнейшей транспортной мировой выставке, о которой я скажу чуть позже, там из 3050 стендов инноваций было совсем мало. В большинстве своем там на поезд новые сиденья поставили, чуть больше места, Wi-Fi получше. Ну, то есть несерьезно. Два этажа. Как бы в общем целом никаких конкретных изменений. То есть люди делают какие-то другие виды, но мысля старыми понятиями, получается модернизация, то есть улучшение, нагроможденность. А Юницкий взял систему, упростил ее до минимума, чтобы была максимальная польза. И получилось сделать потрясающий транспорт. Вот здесь выглядит, скажем, похоже, а здесь максимальная скорость там 35 километров, очень-очень дорого, опасно, снизу земля непригодна для того, чтобы там ходили или что-то делали. То есть данный транспорт опасен, тяжел, это как трамвай, только у него колеса сверху. То есть внутрь характеристик необходимо смотреть. И как мы сможем это внедрить в наш мир. Поэтому давайте рассмотрим, как строится дорога. И чтобы перемещаться из пункта А в пункт Б и построить хорошее сообщение, нам нужно всю флору и фауну сделать ровной, то есть убрать ее, перерезать грунтовые воды, сделать все необходимое для того, чтобы была абсолютно прямая дорога, потому что так ездит транспорт первого уровня. Далее нам нужно в 10 слоев по технологиям уложить эту дорогу, чтобы она служила как можно дольше. Хотя мы видим, как автотранспортную дорогу ремонтируют. Мне кажется, это какой-то бизнес. Сделать плохо и потом переделывать. И только после того, как мы все закончим, там сможет ездить транспорт. То есть огромная, очень большая цена на земляные работы. Потому что это действительным образом выглядит вот так. То есть представьте, какое количество энергии, топлива нужно этому экскаватору, чтобы сделать такие работы. Это километр мы видим дороги. Либо какие ресурсы и какие усилия нужно приложить, чтобы в скальной породе, в горе проложить железнодорожный путь. Это очень дорого и растратно, когда уже есть такие фантастические прорывные технологии. Именно поэтому сейчас нефть уходит. Появляется все больше экологических технологий. И людям важно, чтобы они наступили быстрее. Это зависит от качества нашей жизни. А второе интересное, то, что каждый человек может поучаствовать в этом, стать совладельцем разных экологических технологий. И кроме того, что ускорить их, так еще и все время, еще и с передачей по наследству, пока эта технология актуальна, получать прибыль, дивиденды, либо огромную капитализацию. Когда вы получили долю компании, она стоила еще совсем чуть-чуть, а через 3, 4 или 5 лет она стоит уже очень много, в сотни раз дороже. Это называется капитализация. И сейчас каждый человек может делать развитие экологических технологий и быть их частью. Так же, как и с компанией SkyWorld Community, которая сейчас позволяет каждому, любому человеку на планете участвовать в созидательной деятельности, в развитии фантастического сообщества и потрясающей, одной из наиактуальнейших технологий в мире, с самыми лучшими характеристиками, которые сейчас можно внедрить в каждую страну для улучшения качества жизни человека. И компания SkyWorld Community дает вам эту возможность, дает информацию, делает все для того, чтобы абсолютно любой человек в абсолютно любой стране, на абсолютно любом континенте, на абсолютно любом языке смог работать, двигаться и делать пользу для всего мира. Так же само улучшая очень сильно свою жизнь и жизнь своего рода. Потому что возможности краудинвестинга, возможности таких проектов феноменальны. Именно поэтому мы создаем транспортно-инфраструктурную отрасль, по потенциалу не уступающую таким отраслям, как авиационная, железнодорожная и автодорожная. Это генеральные слова, слова генерального конструктора Skyway Анатолия Эдуардовича Юницкого. Гениального человека, который создает самый крупный бизнес в истории человечества. Хотя главным темой
И главным направлением, главной целью является экология, изменение нашей техногенной сферы, чтобы спасти нашу планету. Потому что до точки невозврата, если мы продолжим дальше развиваться так и обращаться с нашей биосферой, с нашей живой планетой, она нас сотрет, она нас счистит, как вирус. Мы уже не сможем ее остановить. Вы видите сейчас уже, как расшатана наша экосистема, как расшатана природа. И нам нужно сделать все необходимое для того, чтобы у наших детей, внуков и у нас было будущее на этой прекрасной планете, на которой с легкостью за столетие можно сделать рай. Действительно, можно сделать рай на Земле. И Анатолий Эдуардович Леницкий посвятил всю жизнь науке для того, чтобы сделать этот рай на Земле. И у него действительно получается. То, о чем 40 лет назад люди и помыслить не могли, сейчас уже существует. Кто-то называл его сумасшедшим, но он сделал в реальности то, почему вы считали его сумасшедшим. И теперь люди думают по-другому. Люди, как только начинают изучать то, чего уже мы достигли, то, куда мы стремимся, люди понимают, насколько это серьезно, насколько большие масштабы. Перед вами уже существующий транспорт, на котором я лично катался несколько раз и на разных других видах транспорта, и был в двух экотехнопарках, и в Мариной Горке в Белоруссии в умеренном климате, то есть технология под умеренный климат, и в тропическом климате, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Шардже Эмирате, в Research and Development Центре, наш инновационный струнный транспорт. С помощью такого транспорта мы сможем застроить очень-очень быстро и освободить наши города, связать все континенты вместе экологически транспортом, очень быстро, который можно действительно считать лучшим видом из всех существующих. Он будет на втором уровне. Он сможет освободить полностью пространство для флоры, фауны человека. То есть планета будет наша, и она никак не будет страдать. В наших городах смогут быть больше зелени, больше плодов, при том, что экология в городах повысится невероятно с прибытием новых экологических транспортов. Автотранспорт станет просто не настолько актуален. Как нам когда-то на замену пейджеров пришли смартфоны, то же самое произойдет и сейчас. Потому что это очень быстро и очень разумно. Из километра железной дороги можно до 10 километров построить струнных транспортных систем. То есть экономия и эффективность фантастическая. И не волнуйтесь за безопасность. Сделано все насчет безопасности, чтобы это действительно было так. То есть можно в любом месте спуститься на землю из самого транспортного средства, если вдруг оно остановится. Но также, даже если несколько мотор-колес могут, не знаю, по каким-то причинам выйти из строя, даже одно мотор-колесо доставит транспортное средство, потому что они легенькие, прямые пути и так далее. Одни средства транспортные могут передвигать другие до станции ремонта, либо еще, так скажем, до какого-то разрешения вопроса. То есть с помощью вынесения транспорта на второй уровень, автоматизации его, убирания человеческого фактора, получается самый разумный транспорт, полностью безопасный, который можно внедрить куда угодно, где угодно. Тот транспорт, который вы видели, который я говорил, что я на нем катался, 400 метров уже сейчас между опорами. Представьте 400 метров любого ландшафта, реки, озера, возвышенности. Просто, а у нас всегда просто ровный путь, не в зависимости от того, что снизу. И мы не трогаем, мы даем нашей планете жить, не мешая ей. А это всего лишь струны, пучки струн специального материала, которые крепко натянуты, то есть под напряжением, поставлены на анкерные опоры и напряжение на земную кору. То есть земной корой абсолютно ничего. И вся полезная нагрузка дает нам транспорт, дает нам дорогу. Дорогу, которой мы можем быстро и безопасно передвигаться. Быстро и безопасно строить и быстро и безопасно передвигаться. Куда угодно. Подходит для любого континента или для любой температуры. И в вечной мерзлоте, и там, где очень жарко. А это, например, один из видов рельс. Полужесткий. Пучки струн. В специальном бетоне наша разработка фиксирует струны, упрочняет стенки, консервирует, чтобы не было коррозии, и поглощает шум. Все это в корпусе рельса, и сверху головка рельса, по которым идет стальное колесо с самым высоким коэффициентом полезного действия. Стальное колесо по стальному рельсу.
Есть разные виды трасс. То есть под каждое назначение, под пассажирский, под грузовой, можно использовать разное. Вот, например, полугибкий, снизу провисающая трасса легкая, по центру бирельсовая с подвесным и навесным, там, где могут и обычные транспортные средства, и даже составные, и поезда ездить. То есть под каждую задачу будет свое решение. Таких трасс уже 7 разных видов. И заметьте, в середине есть увеличение на средней трассе, бирельсовой, там могут быть три инфраструктуры. То есть мы строим струнный транспорт. Струнные транспортные системы – это транспортная инфраструктура. Там же внутри идет информация и электричество. То есть энергетическая инфраструктура и интернет, информационная инфраструктура. То есть везде, где построится этот транспорт, а его очень легко строить куда угодно, его можно строить даже с помощью роботов, без человеческого участия, что еще более безопасно делает строительство и передвижение. И там, где построен транспорт, уже есть электричество и интернет. То есть все возможности, все уголки планеты с помощью данного транспорта смогут быть нам подвластны. Потому что сейчас видно, насколько страдает от неэффективности наша планета. А перед вами работающий транспорт, который все проблемы, о которых мы говорили, решает. Так же, как, посмотрите, 4 вида трассы. На дальнем плане грузовая, провисающая, полужесткая, бирельсовая. 6 видов транспорта. И все они уже работают, часть из них сертифицирована, и часть трасс сертифицирована. И все это сделано очень быстро, чуть больше, чем 5 лет, а мы создали то, что делалось бы раньше столетиями. И все это благодаря гениальному ученому Анатолию Эдуардовичу Юницкому. Гениальный ученый, который позволил нам создавать, помогать развивать экологические технологии на всей планете. Человек, который попал в энциклопедию «Люди нашего тысячелетия», 100 выдающихся лидеров России. Действительно всю жизнь отдал науке для того, чтобы весь мир жил, для того, чтобы у мира было будущее. Потому что он понимал проблемы наших техногенного развития. Он понимал, куда мы идем. И он понимал, что можно найти решение, как это изменить. И он нашел. За это он получил премию мира в 2018 году за свои разработки. Не только за транспорт, а за все его проекты, за все его технологии. Линейные города, экопоселения, экодома, которые сами себя обеспечивают, энергетика, транспорт, гумус, восстановление почвы. Это и, конечно же, вынос вредоносной техногенной сферы в ближний космос, чтобы оставить на планете, в биосфере, только экологические технологии. Он объехал весь мир, заручился огромной поддержкой. И сейчас всеми усилиями его жизни мы находимся на 14 из 15 этапов развития транспортной технологии, которая положит огромное начало для развития экомира, целой серии экологических технологий. Много где были, много от кого получили благословение и поддержку. Очень много участников. Представьте, 500 тысяч человек сделали технологию, которую вы сегодня видели, уже в железе, катающую людей, тестирующуюся и сертифицирующуюся. 500 тысяч человек. И из них есть и военные, и юристы, и технологи, и инженеры. Много разных сфер деятельности и специалисты, которые проверяли данную технологию. И именно поэтому уже 500 тысяч человек поддержало и довело этот проект до такой точки. То есть каждый проверял по-своему. Кто-то проверял документы, потому что это для него важно. Кто-то проверял технологию, насколько она возможна. Кто-то личность Юницкого, кто он такой и действительно ли он ученый. И все в итоге как один из тех людей, которые сделали свои изучения, они партнеры и инвесторы данной технологии данного проекта с помощью компании SkyWorld Community. То есть представьте, 500 тысяч человек из более чем 200 стран и регионов мира. Вся планета объединяется вместе, чтобы создать самый крупный проект, самую крупную технологию, самую актуальную технологию 21 века на данный момент. Но слава богу, что все уже подходит к завершению, осталось буквально чуть-чуть, поэтому, дамы и господа, следите за происходящим. Мы создали,
Мы уже создали, осталось чуть-чуть, и у каждого человека есть возможность стать совладельцем этой огромной технологии, которой мы создали не только транспортные пути, но всю инфраструктуру, стрелочные переводы, так скажем, заводы, станции, транспортные пути, разные виды, транспортные модули, более 12 штук уже в железе. То есть все это сделано, и это полуандроиды, закрывающая технология, без человеческого фактора, полностью освобождающая человека от, так скажем, лишнего, то, что может делать машина, то, что могут делать наши технологии. 250 датчиков внутри данной машины. То есть она не проще, чем самолет. Машинное зрение окружающее, которое принимает решение, как действовать дальше. И все транспортные средства, каждая промежуточная и анкерная опора, все соединено, как рой, и действует сообща. Представьте, какая здоровская технология. Ей же нужно было проработать, создать, а теперь еще и реализовать. Подумайте, хотите ли вы стать частью этого? Ускорить это, может быть, на неделю, может быть, на день, но ускорить это. И получать пользу от этого не только как посетитель транспорта, так скажем, а как совладелец этого. Это сейчас реально. И насчет народных финансирований просто поинтересуйтесь, дамы и господа. Это очень интересно. Люди действительно тысячи проектов создают. Сотни миллиардов долларов за последние годы были уделены таким способом. Люди сами находят себе единомышленников и создают свои проекты. Просто у кого-то есть идеи, но нету средств. А у кого-то есть средства, но нет идеи. Или у кого-то есть время, но нет ни средств, ни идеи. Все эти люди собираются вместе и создают международные бизнесы, международные проекты, которые помогают в первую очередь людям. То есть они делают то, что необходимо людям. Те проекты, которые не полезны, они не собирают свое финансирование, они загибаются. И, так скажем, только те проекты, которые полезны действительно, они имеют ажиотаж. Так что you're welcome. Заходите, пожалуйста. Потому что транспорт будущего уже перед вами. Вам необходимо только чуть-чуть изучить, чтобы понять, насколько все серьезно. И как работает поддержание проекта. То есть здесь то, что мы называем инвестированием, в разных странах по-разному законодательство. Это по факту, так скажем, мы инвестируем, кредитуем проект. Кредитуем проект по договору конвертируемого займа. То есть мы кредитуем компанию, мы даем возможность ей развиться на определенных условиях. И если желаем, мы становимся совладельцами данной компании и сможем распоряжаться ее активами, либо получать дивиденды в течение всей жизни компании с передачей по наследству, либо с огромной выгодой, то есть огромная капитализация. Так скажем, стоило мало что-то, а потом стало стоить очень много, потому что значимость возросла и масштабы возросли. В конце я еще уточню насчет этого. Перед вами транспортная технология, которая легко будет строить где угодно, потому что у нее лучшие характеристики и меньшая стоимость, чем у других транспортных отраслей. Есть то, что сейчас может кто-то сказать, вот есть такие технологии, почему не они? Цена. Огромная разница цены. При том, что у нас самая высокая безопасность из всех других. Строить можно где угодно, а у существующих видов транспорта, инновационных, им нужна прямая и идеальная дорога. И скорости. Сейчас 500 км в час. Передвижение в фарвакууме – это до 1250 км в час. Это одна из технологий Анатолия Эдуардовича, в которой уже заинтересованы Объединенные Арабскими Эмиратами, с которыми у нас сотрудничество на официальном уровне, на государственном уровне. Это серьезно. Это действительно очень серьезное сотрудничество, которое сулит огромное и быстрое развитие. Ведь еще 5 лет назад всего этого транспорта не было, а сейчас пассажирский транспорт, грузовой транспорт, он сейчас есть уже в железе. То есть он сейчас уже создан. Когда в 2016 году я узнал о проекте, еще ни один транспорт не ездил. И только после того, как я несколько месяцев поизучал, решил поддержать, подумал, так, да даже если у них не получится, я себе никогда не прощу, что я не поддержал их. То есть, может, это из-за меня не получилось. Я подумал, такое должно иметь возможность на существование. И поэтому решил поддержать. Но в итоге я изучаю 4-й год и не знаю, наверное, и половины всего того, что делает Анатолий Эдуардович, что он изобрел, потому что эти технологии будут расходиться по всему миру. Сейчас мы закончим 15-й этап.
через какой-то небольшой промежуток времени, потому что мы уже на 14, мы с 15. И мы докажем, что краудинвестинг работает, то есть система, когда люди объединяются, чтобы следующие проекты были быстрее. У нас уже 500 000 человек, которые также будут продвигать, которые будут аргументы того, что проект создали сами люди с помощью гениального ученого и являемся совладельцем, получаем дивиденды. Все следующие проекты будут все быстрее и быстрее и проще. Адресные проекты, например, Москва-Питер, Рига-Даугавпилс, там из Франции, из Парижа в Мадрид. Все эти проекты тоже будут адресные, и, возможно, мы сможем участвовать в них, тоже иметь свою часть, смотреть, где это актуально, также и застраивать свой край, где мы живем. То есть будет возможность для каждого человека участвовать в организации мира. А сейчас есть возможность у каждого человека в старте, в корне компании, в корне технологии вложить чуточку себя. Как минимум просто поизучать, знать, что это есть. Понимать, насколько это важно и серьезно, и просто хорошо к этому относиться. Потому что настанет момент, когда нам придется выбирать, какие дороги мы строим в наших городах, в наших странах. И если приверженцев подобного транспорта, самого некоррумпированного и разумного по своим характеристикам, будет 15% населения планеты, страны, то мы сможем говорить, вот этот транспорт мы хотим. И это будет учитываться. Поэтому, дамы и господа, сейчас важен каждый человек, информация каждого человека. Но и понимание приходит только, когда вы изучаете, только когда вы смотрите на то, как развивается, отвечаете себе на вопрос. Я видел, как множество людей, 160 тысяч человек за 4 дня приезжают в Берлин на Инотранс 2018. Сейчас будет в 2022 году. Раз в два года проходит данное мероприятие, связанное с транспортом. То есть туда приезжают люди со всех стран мира, чтобы увидеть инновации в транспорте. 3050 стендов. 183 тысячи квадратных метров, городок маленький, внутри автобусы ходят. И там из 25 делегаций из 18 стран все были возле нашего стенда. Куча людей, огромное количество людей всегда, не протолкнуться. Я ходил по всей экспозиции, и я не видел такого ажиотажа. То есть это действительно инновация, которую уже в железе показывают. До фантастики, все, уже можно опустить вопрос фантастики. Мы сделали это. Сейчас вопрос просто выхода на рынок и завершения сертификации скоростного транспорта. То есть вот этого транспорта, который вы видите. Передвижение 500 км в час. Городской транспорт уже. То есть уже есть у нас даже заказы, которые работают, которые объявятся в этом году. Я был видеорепортером в данной поездке в Берлин. Вот, мы смотрели на этот транспорт и понимали, что будущее действительно настало. Я не думал, что это так близко будет. И мы его успешно сертифицируем. Нам необходимо просертифицировать. Это главная задача всего проекта. Сделать по документам так, что наша технология отвечает всем характеристикам, она безопасна, ее можно строить. Мы этим и занимаемся. Получаем множество сертификатов в разных странах мира для того, чтобы дальше продвигать и легко строить. И это сейчас делает уже огромная компания Unisky String Technology. То есть компания Skyworld Community помогает развиваться технологической компании Unisky String Technology, где у нас было уже более 1000 инженеров, робототехников и конструкторов, которые развивали данный транспорт. Сейчас эта цифра уменьшилась после коронавируса, потому что очень большая автоматизация произошла. И чистка. Сейчас около 700 сотрудников именно ЗАО «Струнные технологии». Сотрудники с передовыми знаниями, работающие на передовых компьютерах, постоянно повышающие квалификацию. То есть люди, работающие с самым новым. Например, такие программы, как 3D Experience, то есть проектирование в виртуальной среде. Передовые. В Москве была выставка, где из нашей компании специалисты, как эксперты уже представляли Dassault Alto и 3D Experience, говоря о преимуществах и о том, как проходит с ними работа. То есть передовое. Все передовое. Также у нас есть новый офис, более 10 тысяч квадратных метров, 80 конструкторских бюро. То есть эта вся машина технологическая, экологическая технологическая уже работает и запущена.
Также в нашем совладении есть три завода. Три завода, на котором делаются путевые структуры, на котором делаются подвижные составы. То есть это тоже все наше, это уже наша собственность, тех людей, которые поддержали данный проект. Передовое оборудование, опять же, лазерные резки, гибкие, 3D-принтеры, некоторые станки по 500 тысяч долларов. То есть можно космическую продукцию сделать. Но мы делаем наземный, точнее надземный транспорт. Он действительно не проще, чем авиация. Но мы делаем то, что сможет разойтись очень быстро по всему миру. Но нужно завершить сертификацию. Именно для этого мы получили полигон в Белоруссии, бывший танковый полигон, и сделали там рай на земле. Это 2016. 2019 там уже ездят 5 видов трасс, катается много видов транспорта, уже катает людей. В 2020-м и того больше. И был Экофест онлайн, кстати говоря. Здесь уже, так скажем, настолько все работало, настолько представили, как все, как продвигается работа. Появляются новые здания, исследовательские центры, испытательные, например, для мотор-колеса. Накатывают миллионы километров, чтобы понимать, где, как, что, какие изъяны. То есть дорабатывают максимально разумно данную технологию. Кстати, одно из высших образований Анатолия Эдуардовича – патентное право. Поэтому вся наша технология защищена очень-очень хорошо. А сейчас, в 2021 году, это полноценный инновационный парк технологический, где все работает, где действительно происходит реализация будущего, в который, конечно же, мы приезжали каждый год. Сейчас из-за ограничений не можем приехать, но ждем, ждем и верим, потому что очень хочется. Такая потрясающая атмосфера. 5-7 тысяч человек с разных уголков планеты, которые действительно заботятся о своем доме, планета Земля. Вы можете узнать больше информации, если на YouTube посмотрите EcoFest 2020 онлайн. Там вы увидите, что происходило, какие изменения за 2020 год были сделаны. Но уже скоро будет и новый EcoFest. Поэтому приятного вам просмотра. Можно вот так вот найти видео по этим названиям. Четыре части, если короткие. Либо самое последнее, это полный спектр. Мы с моей коллегой начинали и заканчивали данное мероприятие. Подключались много людей из разных стран. Все страны, дамы и господа, все страны, партнеры с разных стран, действительно объединяются вместе, чтобы создавать что-то свое. Вот так народное финансирование действительно меняет людей, меняет нашу планету, меняет технологии. Ну и чтобы вы понимали, насколько хорошо дела, зачитаю немножко из Владимира Маслова вебинара. Насколько велик проект сегодня в километрах? Зная положение стадии адресных проектов, сегодня уже можно говорить о протяженности транспортных маршрутов в пределах 850 километров. Кроме того, рассматривается подготовка к проектированию 200 километров трассы и 890 километров, то есть почти 2000 километров. Это при том, что мы еще не закончили сертификацию. Но уже потому, что у нас сделано, с нами хотят сотрудничать. Также расположение проектов. Я здесь отмечаю проекты в Объединенных Арабских Эмиратах, Эстонии, Вьетнаме, Финляндии, Российской Федерации, Словакии, Кении, Нигерии. И это только то, о чем в той или иной степени знаю. Мы в ближайшее время получим всю эту информацию и о переходе на 15-й этап, и о наших адресных проектах. Как минимум в этом году мы точно порадуемся за нашу технологию, потому что будут феноменальные, стопроцентные железобетонные новости. Также была встреча с Надеждой Косовой и Максимом Исыпом, где говорили о интересных изменениях в нашей компании. И еще одна встреча Анатолия Эдуардовича с Максимом Исыпом, где оговаривалось то, что сейчас происходит с компанией, насколько серьезные работы ведутся, какие есть затруднения и куда мы движемся, и насколько успешно мы движемся. Поэтому сильные стороны очень сильно стали больше, слабости уменьшаются, тают, как весенний снег.
Возможности все растут и растут, потому что 5 лет назад я не думал, что это настолько серьезно разрастется во всей планете и так быстро. Ну и опасности, они тоже тают. Они еще есть. Но в общем целом технология почти сделана, почти закончена, почти сертифицирована. Мы видим это. Раз 7 тысяч человек уже прокатилось на ней. И сейчас еще новые видео из Объединенных Арабских Эмиратов, как тестируют уже грузовой транспорт. Так что Объединенные Арабские Эмираты – это отдельная история, потому что технологический рай. Там есть Шарджи. В ЮНЕСКО считается, так скажем, центр искусства арабского. И там есть SRTI парк. Парк, в котором, как в Силиконовой долине или Сколково, изобретаются новые технологии, берутся технологии, создаются более, так скажем, разумный коммерческий продукт и расходятся по всему миру. Справа вы видите американский университет Шарджи, 50 тысяч студентов. Там же будет кафедра Skyway. И сразу через дорогу начало технологического парка. И мы прямо на фасаде. Поскольку там должны были быть другие проекты, несколько высоток, другие проекты, но Эмир Шарджи является ученым, защитил 2 докторских диссертации, и, видимо, он понимает, куда стремится Юницкий, что у них в руках сейчас в сотрудничестве, и поэтому нам на самом фасаде выделяют огромное количество места для наших трасс. На самом фа... То есть те проекты, которые были, их видоизменили и убрали в другую сторону. А нам пришлось очень быстро спроектировать новый потрясающий проект нашего центра. И сначала я его увидел, думал, о, это надолго, это еще 5 лет строить, если не больше. А оказалось, настолько быстро начали двигаться. Мы были там, мы были в Арабских Эмиратах. 100 человек из 18 стран приехало с разных континентов, чтобы закончить наш 1,5-годовой тренинг по коммуникации. То есть люди абсолютно разных профессий, мировоззрений, языков, мышления встречаются вместе для того, чтобы делать общее дело. Мы учились, как коммуницировать, как договариваться, как создавать цели и помогать делать это другим. Я там отвечал за дыхательные практики и оздоровление, чтобы каждое утро все полностью зарядились, зарядили и размяли свое тело для получения новой информации. И там же, в Дубае, мы были в нашем Research and Development центре. Видели наши первые опоры, начало строительства первого деревянного экологического дома. Там вообще нельзя деревянные здания строить, но по нашим технологиям можно, с озеленяемыми крышами. Видели с Юницким, он нам объяснил, как обстоят дела в Арабских Эмиратах, насколько все здорово. И мы поняли, что эта страна действительно готова для данных технологий. Поэтому у нас есть уже официальный проект в Дубай-Марина, бизнес-центр Дубая, 15 километров, 21 станция. То есть потрясающее. Транспорт для потрясающего города. И он входит туда вообще без проблем. То есть он прям в визуализации, как будто так и должно быть. Как будто там уже то самое будущее, где уже десятки лет ходит такой вот разумный, экологически безопасный и очень-очень быстрый, красивый транспорт. То есть нас представляли на Всемирном правительственном саммите как инновацию в транспорте, где собирались 140 представителей разных государств и решали глобальные вопросы. То есть на самом высшем уровне сейчас нам уже есть что показать, и мы это показываем, потому что достижение технологий действительно уже по всем мировым, по многим мировым каналам, и в журналах, и на радио, и на телевидении, даже на Евроньюз уже была статья. На интернет, многих порталах, каналах распространяется информация о том, что новый вид транспорта набирает обороты, сертифицируется и уже очень скоро начнет строиться по всей планете. А мы заканчиваем, дамы и господа. Мы заканчиваем 14-й этап, остался только 15-й. И у каждого человека, по моему мнению, должна быть возможность хотя бы один раз в жизни услышать о том, что они могут участвовать в этом, о том, что они могут поддержать это, о том, что они могут создать новое будущее. И о том, что они могут стать совладельцами и получить огромное количество благ за свою созидательную деятельность, за свой выбор. Поэтому то, что перед вами сейчас, это будущее, которое наступит очень скоро.
Только с какой стороны вы будете? Будете ли вы платить за проезд, либо вы будете получать за то, что кто-то катается на данном транспорте и перевозится грузы? Потому что в 2018 году в конце еще ничего не было, только ограждение в 2019. А сейчас там разные виды трасс, все работает, строится, сертифицируется. Четыре вида трассы уже. Скоростные трассы, точнее не скоростные трассы, а для грузовых перевозок до 50 тонн. 35 груз, любые контейнеры. То есть мы берем всю грузоперевозку и спокойно передвигаем ее на наших транспортных путях. И также другая трасса пассажироперевозки составными поездами по 20-25 человек до 250 пассажиров. То есть любые потоки, любые величины поток можно, так скажем, удовлетворить в разных городах. И развитие действительно очень-очень быстро идет. Хотя я знаю, мы там были в мае, там было нереально жарко. То есть как там работать май, июнь, июль, август, сентябрь, я не представляю. Но тем не менее, работа происходит. Даже когда были карантины, работа происходила, продолжалась. И сейчас мы видим огромные изменения нашего парка. Конечно же, в скором времени будут уже, так скажем, презентационные видео, потому что там становится настолько красиво. Это действительно парк инноваций. Он весь видоизменяется. Наш экодом уже полностью благоухает и практически закончен, принимает гостей и делает свои презентации. Также грузовой транспорт уже тестируется с такой надписью, которая интересует абсолютно любых людей, которые как-то связаны с грузоперевозками. Потому что это лучшее предложение, которое сейчас есть с грузоперевозками, с учетом всех наших характеристик. И это уже заинтересовывает, так скажем, в тропическом исполнении соседние страны, потому что не только Объединенные Арабские Эмираты следят за сертификацией. Этот транспорт интересует многих, потому что закрывающая технология такого уровня, которая без человеческого фактора, с минимальным количеством затрат дает такое количество пользы. Это действительно интересует каждого. И мы видим, какие трассы. Мы видим, как сейчас готовится к Экспо 2020, который будет в 2021 году. Что представят наши разработчики. Очень много делегаций ездит уже и в Арабские Эмираты. В Беларуси около 40 делегаций приехало с разных стран, чтобы посмотреть на развитие транспорта. Многие по несколько раз, потому что видят, с удовольствием видят, как развивается. Также из Азии, из Европы, с тропических стран приехали очень много представителей для того, чтобы посмотреть в прошлом месяце, как успехи проходят в развитии этого центра, в сертификации. То есть даже при том, что еще проект не закончен, сейчас он уже имеет огромный интерес, так что люди даже приезжают, при том, что ограничения, и тестируют все собственными руками, так скажем, видят все собственными глазами. То есть это мена-регион, это регион, откуда будут запускаться по всей планете супер инновационные технологии, прорывные. И мы одна из частей этого региона. Мы делаем инновационный, надземный, скоростной и безопасный, экономичный и легко интегрируемый, экологически чистый струнный транспорт. То есть транспорт, который можно строить где угодно, в любой температуре, очень дешево, с самыми большими характеристиками. То, что необходимо человечеству. И мы спокойно сможем передвигаться и 10 миллиардов, и больше миллиардов человек на планете с помощью данного транспорта. Логистика будет потрясающая. 14-й этап заканчивается. Каждому необходимо подумать, какое влияние он хочет понести на мир. Когда есть такие возможности, каждый человек решает, насколько сильно он хочет стать совладельцем данной компании. Даже можно без собственных вложений помочь этой компании. Словом, потому что с компанией Skyworld Community можно взять эту всю подготовленную информацию и принести туда, где есть люди, есть возможности и есть желание участвовать в подобном развитии. Есть желание ускорить это, есть желание стать совладельцем этого. Вы, конечно же, получаете свою благодарность, огромную благодарность от компании, на которой можете построить и свой доход, свою работу. То есть это возможность для каждого с компанией Skyworld Community. Вот.
Перед вами транспорт, который уже готов. Осталось буквально чуть-чуть. Надеюсь, у меня получилось донести до вас, в каком он положении, и получилось донести до вас, какая ситуация в мире. Понять, что мы действительно влияем на то, что происходит в мире. Это дело каждого. Это возможность каждого сделать так, чтобы мир стал чище, чтобы мы были больше в изобилии, больше в благополучии. Необходимо лишь только изучать информацию, просто узнать больше. Вы не сможете отвертеться от своего мозга, когда узнаете, как много изменит данная технология и насколько большие выгоды вы можете получить от того, что как-то хотя бы поучаствуете в этом. Одна из выгод. Расскажу. Технологические уклады. Технологии, которые полностью меняли жизни людей. Металлургия, например, железная дорога. Либо электричество появилось, и у нас все изменилось в мире, он стал новый. Потом нефтехимия. Интернет, виртуальная реальность, гаджеты. Интернет пришел и изменил весь мир, который мы знаем сейчас. Сейчас мы стоим на пороге нового. Мы делаем все очень быстро. Деньги пересылаем за секунды в любой уголок планеты. Файлы пересылаем, информацию, разговариваем с другим континентом. Можем в Австралию позвонить в видеосвязи, в реальном времени разговаривать на одной планете, находясь через десятки тысяч километров. Представьте. Но мы сейчас стоим на пороге огромного отрыва, потому что транспорт – это единственное, что мы делаем очень медленно. И мы сейчас его очень сильно ускоряем, данной технологией. И это, так скажем, та технология, которая даст новый пучок развития для нашей планеты. Абсолютно другую логистику развития мира. Вот эти компании, это они сделали тот мир, который вы видите сейчас, в большей степени. То есть такие передовики. И те, кто имел хотя бы кусочек в одной из этих компаний, сейчас являются обладателями огромной финансовой машины, которая может дальше делать ваш род и планету вокруг гораздо лучше. То есть, смотрите, $10 капитализировалось в $100 000 за 16 лет. То есть что-то, что стоило $10, теперь стоит 100 тысяч. Это просто было нужно людям, и поэтому это развивалось. Всего 16 лет. Apple $8 за 38 лет, $550 000. Представьте, какая капитализация. Это реальная статистика, вы можете это проверить. Alibaba, $100, представьте. Мы иногда в месяц на всякое ненужное $100 можем потратить. За 18 лет 1 782 000. Это реальные цифры. Только это технологии меньше, чем наша транспортная, потому что транспортная инфраструктура самая дорогостоящая и самая коррумпированная, поэтому до сих пор еще нету полного финансирования технологий, потому что уходит нефти эра. И мы сейчас стоим перед такой компанией, которая в самом начале. Хотели бы вы 30 лет назад инвестировать в Apple, либо в Alibaba, хотя бы $10, сейчас бы это было $170 000. Так вот сейчас мы стоим перед такой же компанией, которая необходима всему человечеству, как интернет. Не все понимали, что он нужен, что он важен, но кто-то понимал. И теперь он по всей планете. Так и сейчас. Как только вы изучите, вы поймете, насколько важен новый вид транспорта для каждого человека, для каждой страны, для всего мира. И вы поймете, насколько здорово иметь его часть, быть совладельцем подобной технологии. Дамы и господа, все факты налицо. Пожалуйста, принимайте свои решения. Развивайтесь, интересуясь. Новый транспорт уже здесь. 15-й этап уже здесь. Из компании SkyWorld Community у каждого человека есть возможность участвовать, зарабатывать здесь и сейчас и в течение всей жизни компании. И всей жизни технологий. Мы создаем огромное сообщество, в котором уже 500 000 человек, которые понимают, что такое сохранение и приумножение финансов, которые понимают, что такое экология, которые понимают, что мы влияем на то, как живет народ на нашей планете. Мы являемся частью его. И мы делаем что-то с этим.
Поэтому, дамы и господа, you're welcome в SkyWorld Community. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите, пожалуйста. Пишите, звоните, можете найти на Фейсбуке Артем Курбанов. Здесь в чат я сейчас поставлю свою корпоративную почту. Если у вас есть вопросы, если вам что-то непонятно, если вы не совсем поняли, как применить все эти знания, которые вы сегодня услышали, в вашу жизнь, в ваш бизнес, в вашу семью, свяжитесь со мной, я постараюсь вам ответить на эти вопросы, подсказать то, что я уже узнал за 4 года. Как можно созидательно и благостно улучшать этот мир и при этом жить здесь и сейчас. Спасибо большое за ваше внимание. Уже скоро мы увидимся с вами вновь, завтра в 12 часов. И еще раз, пожалуйста, презентации сфотографируйте, если вам необходимо. Приходите к Владиславу Волкову 15 и 29 июня. Он инженер, он давно знаком с Юницким, и он понимает, что делает этот человек не понаслышке. Очень интересно, сможет поведать вам по-другому, нежели я, о том, как развивается наша технология. И это лишь первый проект. Дальше будут эко-дома, эко-поселения, линейные города, здания, которые полностью себя обеспечивают с озеленяемыми крышами, гумус, как восстанавливать почву, как из пустынь делать оазисы. Это все есть в технологиях Анатолия Эдуардовича. И города, в которых можно чисто жить, находясь в городе, иметь плодовые деревья и кушать их, потому что они пригодны для питания. Это тоже все есть. Эко-поселения и линейные города. Это все часть эко-мира. Так же, как и транспорт. Просто транспорт – это первая частичка, которую мы уже почти завершили. Осталось чуть-чуть. И мы действительно продолжим двигаться в сторону вывода вредоносной техногенной сферы из биосферы. Оставить на планете Земля только то, что полезно и развивающее для всего живого, для жизни, для природы, для нас, для людей, для наших потомств. И в будущем будем выносить всю вредную индустрию в ближний космос, там, где нет понятия экологии, там, где неограниченные пространственные ресурсы, неограниченные материальные ресурсы. Одни кометы летают там на 110 триллионов долларов золота рядом. И мы можем это вносить в нашу планету. А все ненужное выносить с нашей планеты. Поэтому мы сможем вместе стать воистину космической цивилизацией. Но начнем с нашей планеты, с транспорта. Вам лишь столько стоит немножко больше об этом узнать. Поторопитесь, пожалуйста. Было бы здорово, если бы нас было больше. Тех, кто влияет на то, что наша планета – это рай. Благодарю за ваше внимание, за ваше время, за вашу энергию. Будьте здоровы, дышите глубже. И желаю вам океана улыбок, как от других людей, так и своих собственных. С вами был Артем Курбанов и компания SkyWorld Community. До новых встреч. Будьте здоровы. Пока-пока.